Коллеги, еще раз всем добрый день. И с чего я хотела бы начать, это задать вам вопрос. Вообще, как вы считаете, нужно ли проходить обучение где бы то ни было, на каких-либо курсах, получать дополнительное образование, повышать квалификацию, или можно эти знания получать через опыт? Друзья, конечно, оба варианта работают. И опыт на рабочем месте, он, безусловно, дает много знаний, но не всегда имеется возможность у тех, кто приходит на рабочее место, получать этот опыт качественно, быстро, квалифицированно, с ответами на вопросы. Бывают ситуации, когда человек просто затыкает дырку, когда была свободная вакансия, его некому обучать, у него нет наставника, и иные разные причины, темп рабочий, да, в который он должен вливаться, они настолько высоки, что, собственно, погружаться вот в эти глубокие процессы даже и не получается, хотя и хотелось бы. Да, и вообще идеально, конечно, это 20% обучения, 80% именно опыт. Это идеальная картина. Даже есть, знаете, такая пирамида 70-20-10. 70 – это личный опыт, 20 – это обучение на опыте других, 10% – это само обучение где бы то ни было, да, на тренингах, курсах и так далее. Давайте теперь поговорим, почему же, собственно, мы сегодня учим. Дмитрий уже сказал о том, что мы перешли в 2020 году в связи с пандемией на дистанционный онлайн такой формат, и у нас появилась Академия «Простоев нет». Вы сейчас видите заставку с нашей главной страницы внутренней системы обучения, которой получают доступ все наши слушатели. Мы сделали свое обучение, построили таким образом, чтобы максимальное количество полезной информации, практики можно было получить именно учась онлайн, а не очно. В очном обучении на сегодняшний день фокус строится на том, что спикер много рассказывает, достаточно мало при этом на тренингах живых практики, ну просто потому, что надо в считанные дни ужать достаточно большой объем материала. Есть даже практика такая, что первые 3 дня, если вы, выходя с тренинга, не начинаете применять эти знания, вы уже через 3 дня более 50% просто забудете и никогда не будете использовать. Ну и переходя к теме того вообще, что у нас есть в плане обучения, я расскажу про наши курсы. Предварительно скажу о том, что у нас, безусловно, с прошлого года есть лицензия на образовательную деятельность, и мы не просто учим, мы действительно на законном основании выдаем сертификаты об обучении. Линейка наших курсов на сегодняшний день, она такова, что есть основной базовый курс базовой практики планирования ТАИР, управление надежностью и критичностью оборудования по методике РСМ. То, что было в очном формате ранее, теперь это более расширенный, углубленный курс, по которому уже прошли более 1500 человек, и он собирает на сегодняшний день достаточно хорошие отзывы. Есть курс по разработке НСИ ТАИР, отдельный курс по управлению запасами для задач ТАИР и курс для управленцев, руководителей, тех, кто отвечает за стратегию, то тех, кто мыслит более глобально стратегическое управление активами. У нас выходит еще один курс, это управление надежностью и рисками. Ну, по крайней мере, пока это такое черновое его название. Это будет отдельный курс, исключительно практика. И вот сейчас в разработке у нас еще курс по RCA-анализу. Это не значит, что мы остановимся на этом, мы пойдем, безусловно, дальше, но мы сейчас отталкиваемся в первую очередь от тех запросов, которые к нам приходят. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания.
Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO «Простоев нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР от «Простоев нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!